В эфире «Глаз народа ЯО», программа, которую мы создаем вместе с помощью смартфонов и наблюдательности. Уже не в первый раз соавторы программы намекают администрации города на то, что починить фонтанчики на пешеходной зоне Арбат было бы неплохой затеей. Но похоже на то, что их окончательно решили переквалифицировать в урны. Но в таком случае стоило бы озаботиться мусорными мешками и организацией вывоза помойки. А это видео сделано в городе Облучье. По словам соавтора, это территория бывшей военной части. Теперь это стихийная свалка, которая, судя по любви человека к разрушению экосистемы, продолжит расти. «Послушай, все в твоих руках» поется в известной песне. В свои руки взяли ситуацию на разбитом участке дороги по улице Миллера местные жители. Мужчина закладывал булыжники в громадные ямы, в которых здесь, по традиции, застревают автомобили во время разлива воды. А что еще можно сделать? Эту дорогу спасет только капитальный ремонт, надежда на который стремится даже не к нулю, а к далекому минусу. Автору этого видео весьма не повезло. Желая насладиться брокколи в кляре, девушке пришлось довольствоваться одним только кляром. Что ж, времена тяжелые, каждый экономит как может. Брокколи? А здесь нету брокколи. Здесь одно тесто. Вот тут, если зелененько этот, это просто вот цветочек попался. Но брокколи нету. Одно тесто. Уважать окружающих не слышали. Иначе как объяснить то, почему люди порой паркуются так, как в голову взбредет? Вот и на Комсомольской 2 жители изо дня в день наблюдают странную тенденцию парковаться на газоне. Дурно пахнущие дела творятся в поселке Приамурском на вокзальной 36. Огромные кучи мусора почему-то украшают пространство вокруг контейнеров, и никто не спешит от них избавиться. По сообщению соавтора, где-то с полмесяца. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь все-таки среагировал на призыв к действию. Победителем сегодняшнего выпуска признали автора видео «Э-экономия». Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа ЯО», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа ЯО». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий. Фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета. Прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов. Станьте соавтором программы «Глаз народа ЯО». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. «Глаз народа ЯО».